Приветствую вас сегодня. Очередной день наступил. Слава Богу, что наступил. Ну, а мы собрались прогуляться в местный магазинчик. Наши девчонки детям хотят купить какие-то сладости или чипсы, что-то такое, хотят их побаловать сегодня. Вот собрались в этот магазин. Погода то солнце, то тучи. В общем, меняется. Ну, вроде бы дождь не обещают. Вот так что, вот так проходят наши дни. Тут у наших хозяев работник работает. Что-то там наводит порядки на огороде. Вот, а мы на очередную прогулочку. Здесь тротуары такие узкие. Ой, а кстати, все цветет. А вот уже сирень. И белая, и сиреневая. Ой, май, месяц сирени. Ах, красивые, красивые цветы. Тюльпаны и барвинок. Ах, как красиво цветет барвинок. Сирени, конечно, впечатляет. И два красавца. Ах, какая охрана. Супер. Какое все сочное весной. Красивое. Прелесть. Весна. Май. Цветы кругом цветут. Ох, какие цветочки. Девчонки, смотрите, какие красивые цветы. И жимолость цветет желтым, ярким желтым цветом. Ох, жарко стало. Девчонки уже разделись. И домовые участочки зачищены. Цветочки растут. Красота. Красивый ухоженный дворик с тюльпанами такими. Ну, а здесь посмотрите, какая прелесть. Ну, прямо солнышко. Знала, что будет тепло, поэтому сразу вышла в футболке, потому что здесь так, немножко тучи, тут же солнце, тучи, солнце. В общем, май месяц, но все равно тепло. Пока наши дети занимаются онлайн, там на уроках, мы решили прогуляться в магазинчик. И для того, чтобы они хорошо учились, мы им принесем вкусняшек. В общем, заинтересовать же их чем-то надо. Вот так. Вот и местный магазинчик. Что тут интересного? Пиво, вода, в общем, сладости и чипсы. Что, чипсы заказали? Да. Мороженое, конечно же. Айскрим наши дети любят. Вот она цена. Лей 50, 1 лей, разное. Стоят такие чипсы? 3,50. А? 3,50. Дело в том, что моя внучка сейчас читала Дубровского. Это ей мама сказала прочитать дополнительно. И для того, чтобы заинтересовать, она ей пообещала чипсы. Поэтому, так как она вчера дочитала последнюю главу и заслужила эти чипсы, потому что так очень часто чипсы есть нельзя, и, конечно, мама ее контролирует это все, все под контролем. Поэтому иногда, в общем, для заинтересованности в учебе. Вот интересно, как вы, заинтересовываете ли вы своих детей, или они у вас сознательные, и ничего не требуя взамен, все выполняют, все читают. Так ли это? Интересно было бы узнать в комментариях, напишите.
Ой, какая красота! Цветут яблони. Вишни уже отцвели. Цветут яблоньки. Конечно, кое-где еще цветет магнолия. Вот по дороге иду, и вот такие цветочки мне попадаются. Вот такая красота, и зеленая травка, и, конечно, супер. А вот какие тополя. Это вкусные чипсы? Да. Ну, ты заслужила. Ты вчера прочитала все, что мама задала. Молодец. Приятного аппетита. Спасибо. А мы тоже заслужили сегодня вкусный ужин. Дело в том, что когда хозяева нашего дома уезжали на несколько дней, мы оставались на хозяйстве. Ну, кто смотрел наше видео, тот знает. И сегодня они приехали и устраивают для нас вкусный ужин. И, конечно же, я вам это покажу, надеюсь. Так что ждем. Вот такая вкуснятина сегодня у нас на ужин. Мясо в духовке, а это жира столько. Это баранина вкуснейшая с грибочками. Вот, вот она, вкуснятина сегодня на ужин. Ну, а я всем желаю приятного аппетита, кто за столом. Хорошего дня, отличного настроения и, конечно же, мира. Мира всем. А на сегодня пока. До новых встреч.